прием для участников международного кинофестиваля. Среди гостей известная актриса Татьяна Самойлова, лауреат Ленинской премии режиссер Григорий Чухрай, артисты кино «Инди», известная советским зрителям по многим фильмам итальянская киноактриса Джина Лоло Бриджида и американская актриса Элизабет Тейлор. Идеи гуманизма и мира вдохновляют работников киноискусства. Об этом говорила министр культуры СССР Фурцева, тепло приветствовавшая гостей. В эти же дни состоялось еще одно волнующее событие. С первым космонавтом Юрием Гагариным встретились мастера мирового киноэкрана. Ничего не поделаешь, иногда и кинозвездам приходится стоять в очереди за автографом.